Чао! С вами Дарья Смартер, и сегодня я расскажу вам о том, как успешно пройти собеседование в компанию Смартер, чтобы наверняка получить желаемую должность. Итак, перед тем, как идти на собеседование, продумайте свой внешний вид. Я не алкаш и не пьяница, я... Здравствуйте! Бодрячком, бодрячком! Ух, не***ся! Нормально у вас тут вообще! Здравствуйте! Ой, как у вас здесь красиво! Помните, что в одежде следует придерживаться делового стиля. Ваш образ ни в коем случае не должен быть кричащим. Прикольные вопросы, ваши антейцы. Ой, как у вас тут жарко. Перед собеседованием обязательно продумайте самопрезентацию. Скажите, почему мы должны взять именно вас на эту вакансию? Здравствуйте. Я вот вам привела суперспециалиста, более уж хорошего. Ну, правда, он немножечко меня дебил. Ну, я смотрю, у вас вот тут тоже такие работают. Ну, ты чё же, ничего не скажешь, дебил. Ты хоть сам себе, о себе что-нибудь скажи. Чё же это всё я говорю? Бабуль, чё говорить? О, видите, он вам прям 100% подходит. Какой он у меня разговорчивый, общительный-то, да? Скажите, почему мы должны взять именно вас на эту вакансию? Ну, потому что я супер. Я секси. Я вау. Я должна работать в скала-центре. И вообще, меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть. Понятно? В первую очередь, вы должны знать, на какую вакансию пришли. Скажите, как вы представляете себе работу оператора колл-центра? Ну как, у вас же ничего тут сложного. Звонишь всяким придуркам, втюкиваешь всякую фигню. Он же вон у меня телефон-то из рук не выпускает, он все это умеет. Как вы представляете себе работу оператора колл-центра? Ух, я как-то даже не готовился, что-то меня там напрягли. Извините, что стресс, сейчас волнуюсь немного, успокоюсь сейчас и начнем. Как вы представляете себе работу оператора колл-центра? Не, ну как что, вопросы всякие решали. Мат била там за огнетком. Как вы представляете себе работу оператора колл-центра? Как вы представляете себе работу оператора колл-центра? Вы знаете, последние года я посещал тренинги, просматривал обучающие видео. В общем, для меня будет идеально, если вы меня возьмете стажером. На собеседовании всегда старайтесь аккуратно отвечать на каверзные вопросы. Скажите, на какую зарплату вы рассчитываете? Не, ну что за тупые вопросы? Минимум 5000 долларов. Скажите, на какую зарплату вы рассчитываете? Ну я вообще тут не из-за денег. Скажите, на какую зарплату вы рассчитываете? Не, ну так, чтобы мне в идеале хватило на... Лада седан, баклажан. Короче, машину нормально хочу купить, понимаешь, да? Скажите, на какую зарплату вы рассчитываете? Вы знаете, я первые полгода готов бесплатно работать. Главное научиться, вникнуть в дело. Если вам отказали, сохраняйте спокойствие и попросите уточнить причину отказа. Извините, вы нам не подходите. Извините, вы нам не подходите. Это что значит не подходит он? Я на вас жаловаться буду, в прокуратуру подам. Тьфу на вас! Да Сталин на вас не хватает. Расстрелять вас всех надо, варьё вы! Не переживай, сынок, нас еще в Мегафроне ждут. А ты только шапочку вот на уши натяни, а то как бы не простыл ты вот. Извините,
Вы нам не подходите. Да вы что, совсем звезданутые? Вы сейчас об этом пожалеете. Я сейчас позвоню Арсену, он разнесет эту контору. Алло, Арсен, здесь твою писулю обижают. Извините, вы нам не подходите. Вы чё, охуели, что ли, всё, совсем? Всех упору, ваш, вы чё, понятно, вот так вот. Ну а если вы все сделаете правильно, вас ждет интересная работа в Smarter. Поздравляю, вы в нашей команде. Серьезно? Ну, если честно, я недостоин. Но я буду стараться оправдать ваши надежды. С вами была Дарья Smarter. До новых встреч. Чао!